13.05 в Кирове на 101 FM, программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня вице-спикер ОЗС Михаил Курашин. Михаил, добрый день. Добрый день. Вначале я проанонсирую, как можно с нами связаться. Во-первых, нам можно написать на сайт echokirova.ru в раздел «Анонсы». Можно написать также мне в Твиттер. По ходу программы буду смотреть и задавать ваши вопросы. Пока вопросов на сайте нет. И, Михаил, я предлагаю нам с вами начать со вчерашнего подписания соглашения Общественной палаты Кировской области, администрации города. Я коротко поясню, о чем речь. Любая инициатива, набравшая на сайте вместекиров.ру 500 голосов, будет рассмотрена городской администрацией. Я напомню, что для того, чтобы инициативу рассмотрело правительство области, ей нужно набрать 5000. И вот администрация города пошла навстречу, наверное, можно сказать, да, и договорились о снижении этой планки до 500 голосов. Но вначале я хочу спросить, как вы оцениваете сам факт того, что городская администрация, в принципе, подписала такое соглашение с общественной палатой? Ну, хороший вопрос. Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что на самом деле там продуктивность общественной палаты в части повышения своего статуса и закрепления за собой функции такого представителя широких масс, да, там, населения, там, она развивается достаточно хорошо в последнее время, да, и буквально там в понедельник у нас была встреча на уровне законодательного собрания с секретарем общественной палаты, где мы обсуждали вопрос проведения совместного заседания Совета законодательного собрания и Совета общественной палаты по обсуждению там нескольких тем, в том числе темы, связанные с законодательной инициативой. То есть дать право общественной палате на законодательную инициативу. Об этом я тоже хочу сегодня поговорить. Об этом мы тоже с удовольствием поговорим, потому что я и Дмитрию Александровичу там в глаза высказал свои мысли по этому поводу и готов с ними поделиться. Что касается того, что общественная палата выходит на органы власти с подобным предложением, там, естественно, это надо поддерживать, и, естественно, это там посыл правильный. Другое дело, что за этим будет стоять, то есть другое дело, какие будут результаты. Заявление и подписание меморандума там, о готовности рассматривать обращение, пусть даже с таким количеством, ну, как говорится, там, обещать не значит жениться, да, то есть, вот, может быть, мы пока не имеем ни одного примера того, что там, это норма, это правило сработали. Ну, я думаю, Михаил, вы прекрасно знаете, что там раньше городская администрация со скрипом шла навстречу, в том числе и общественной палате. Ну, давайте так, вообще скрипа-то, даже скрипа, я бы сказал, особого не было, да, то есть были определенные действия там политических сил, связанные там с проведением каких-то опросов, проведением референдумов, и сказать о том, что администрация вот так просто игнорировала, ну, наверное, будет неправильно, да, то есть всегда находились какие-то законные основания там каким-то образом не рассматривать вот подобные инициативы. Не факт и нет гарантии, что этого не будет происходить сейчас, да, то есть я думаю, что сам по себе посыл в преддверии, опять же, избирательного периода, о котором любит говорить наш глава города, да, то есть, там, ну, возможно, будет говорить о том, что вот город готовится к выборам, город открывается и, соответственно, вот становится более открытым. Но, там, честно говоря, пока не будет конкретных примеров, а я думаю, что поводов для этих примеров у нас достаточно много, говорить будет преждевременно. Ну, а какой бы вы хотели конкретный пример, что вот такая-то инициатива набрала 500 голосов, была рассмотрена, и такие-то результаты рассмотрения? Ну, вариантов, на самом деле, там, можно предложить много. Там, первый вариант, связанный с там, проведением ремонта тех же дорог, о которых мы много говорим. Там, позиция, которую озвучивает город там, в последнее время, о том, что, оказывается, все дело у нас в том, что не хватает финансирования. Хотя там, я считаю, что нехватка финансирования – это одна и притом не самая основная причина того, что мы оказываемся там, каждый год в ситуации того, что там, асфальт сходит раньше снега. Да? То есть то, о чем уже все открыто говорят. Есть много других причин. Там, можно их озвучить, можно их не озвучить. Но я считаю, что главная причина – это качество управления процессами ремонта дорог, ремонта и содержания автомобильных дорог. Мы с вами плавно так перетекли из одной темы в другую. Ну, потому что вот это как раз те темы, которые, собственно, всегда находятся на слуху, да, там. И там, когда мы будем говорить о том,
А на чем можно было бы апробировать там опыт общественной палаты, ну вот это как раз это там одна из тем. Ну, например, вот смотрите, Михаил, допустим, на сайте «Вместе Киров» набирает инициативы, связанные, допустим, с ремонтом дорог, больше 500 голосов. Но мы-то прекрасно понимаем, что от того, что ее рассмотрит городская администрация, может ничего не поменяться. Потому что вопрос всегда упирается в деньги. Вопрос нет, не, вопрос не всегда упирается. Я хорошо, сказал, зачастую вопрос упирается. Вопрос упирается в деньги только в последней инстанции. В первую очередь вопрос упирается в желание. Желание решать ту или иную проблему. И когда там, нам говорили о том, что там, в нечищенных, то, что на улице было много снега, виновата погода, там, поверьте, ничего там, объективного в этой ситуации нет. Есть вполне субъективные вещи в том, что службы, отвечающие за уборку города, не работали. Вот и все. Там, пусть хотят обижаются, пусть не обижаются, но факт остается фактом. Потому что если сейчас эту тему развивать, то давайте зададим вопрос, а чем у нас занимается муниципальное предприятие, которое создано для того, чтобы заниматься обслуживанием города? Так называемое и всеми известное предприятие ГДМС. Чем оно занимается? ГДМС у нас занимается всем, чем угодно, кроме обслуживания города. Она занимается строительством дорог по Кировской области. Для многих это может оказаться открытием, что, предположим, промпарк в Вятских Полянах у нас строил ГДМС. Да? Основным подрядчиком работ был ГДМС. То есть, соответственно, дальше возникает вопрос, а деньги, которыми обладает ГДМС, которые он получает из бюджета на выполнение основной своей миссии обслуживания и ремонт города, на что тратятся эти деньги? А я вам могу сказать, что деньги тратятся в основном не на ту технику, которая позволяет убирать снег в городе, а ту технику, которая необходима для строительства дорог. Ну, как бы так, вот отсюда возникает вопрос, это там проблема снегопадов или проблема управления ГДМСом и проблема управления этой отраслью. Я считаю, что это проблема управления отраслью. Но с одной стороны, зимой актуален снег, весной актуальны дороги. В каждое время года актуальны разные виды работы, наверное, все разные правильно. Техника. Все правильно. И именно поэтому у нас существует муниципальное предприятие, да, которое занимается обслуживанием тех дорог, которые находятся на территории города. Оно создано для этого. А есть, помимо всего прочего, есть еще одна сторона. Это так называемые гарантийные обязательства, которые выполняются. Как они выполняются? Ой, кто по поводу гарантийных обязательств, по-моему, у всех есть вопросы. У всех есть вопросы, да. Ну, и когда мы платим с вами там, сначала за ремонт, а потом за выполнение гарантийных обязательств, вместо того, чтобы возложить ответственность за выполнение гарантийных обязательств на ту организацию, которая проводила там работы, там, ну, тоже возникает вопрос, почему мы платим дважды, трижды за там, некачественную работу. Вот, Михаил, а почему? На самом деле депутаты ОЗС тоже буквально в конце марта, наверное, неделю назад, осудили качество городских дорог, да, сказали, что асфальт снова сошел вместе со снегом. Был разговор как раз о тех самых гарантийных обязательствах подрядчиков, о санкциях по отношению к подрядчикам, которые вот таким образом ремонтируют или строят дороги. А какой вы видите выход из этой ситуации? Потому что эту дискуссию, прости господи, я слышу, ну, наверное, уже больше 5 лет. Я думаю, что здесь как раз выходом можно считать два момента. Первое, это все-таки обратить внимание депутатов Кировской городской думы на то, как осуществляется работа по исполнению гарантийных обязательств. Это первый момент. И второй момент, все-таки попытаться надавить и убедить прокуратуру в том, что пора уже действовать. Потому что, как бы так, фактов становится очень много, действий становится очень мало. Да, там, и в результате вот там живой пример, который там произошел у нас буквально тут на днях, когда на одной из улиц там в течение часа 12 машин порвали колеса. Да, там, я думаю, все сюжет видели. Ну, реакция какая на это на все? Где предписание, где штрафная санкция, где там работа, связанная с там, обращениями к администрации города, ГДМС, к обслуживающей организации? Вот где эта работа? Яма-то ведь как была, так и есть. И таких ям по городу, я думаю, что каждый может назвать там с десяток, если не больше. Ну, хорошо. А вы считаете, если прокуратура оштрафует городскую администрацию за это,
Ну, допустим, город-администрация подчинит одну конкретную дорогу. Но в комплексе разве решится проблема? Ну, вот в комплексе как раз обращение 500 человек-то и должно заставлять город... Вот, обращение 500 человек в прокуратуру. Идти по этому пути. Обращаться по, там, 500 человек по ремонту, предположим, там, не знаю, дороги, которая у нас не попадает в категорию, там, которая обозначена Ленина, Октябрьский, там, Боровского, да, Вологород. Давайте Лепси отремонтируем. Давайте отремонтируем дорогу в Новоавиатске. Давайте отремонтируем улицу Павла Корчагина. Да, слушайте, у нас куда ни ткни, вот, вот любую как раз, дорогу как надо ремонтировать. Вопрос-то в том, что вот обращение 500 человек вот можно опробировать на таких вещах. Мы же с этого с вами начали. Давайте опробируем. Я призываю там людей... там не только о себе подумать, да, там, а давайте мы будем там объединяться вокруг предложений. Давайте... массово сходить в прокуратуру и написать заявление по какой-то конкретной улице. На сайте же это возможно сделать. Можно, да, на сайте. То есть давайте сделаем на сайте обращение главе города по ремонту улицы Павла Корчагина в Коминтерне. Вот 500 человек, 500 голосов соберем. Я недавно там ездила, это просто песня. Вот. Я, если честно, сомневалась, что я оттуда вернусь в целости и сохранности... целыми колесами, в общем, у меня нет слов, одни эмоции. Ну, вот, можно там первый пробный камень запустить. Если городская администрация отреагирует, тогда мы будем говорить о том, что она, да, действительно повернулась лицом. Ну, хорошо, а да, так по каждой улице писать? Так будем по каждой улице писать. Ну, а почему нет? Так надо писать по каждой улице. 500 человек с каждой улицы найдутся? Найдутся. Давайте писать по каждой улице. Если власть заявляет о том, что она открыта и она готова там, работать с обращениями, давайте создадим ситуацию, когда мы эти обращения будем формулировать. Хорошо, вот насчет денег, да. Тут Вячеслав Симаков, это начальник управления благоустройства и транспорта администрации города, пожаловался на то, что, собственно, денег меньше в 4 раза в 2016 году, чем в прошлом, и денег нет, и так далее, и тому подобное. А откуда деньги-то возьмутся, если... граждане пойдут в прокуратуру. То есть сейчас их нет. А если мы пойдем в прокуратуру, то они сразу найдутся. Вчера глава города же на пресс-конференции объявил о том, что он уверен, что деньги дадут, там нам даст федеральный центр, что он сказал, будут изыскивать деньги вместе с областным правительством. Да. Окей, давайте изыскивать, давайте смотреть. Насколько я знаю, там сегодня создана рабочая группа при администрации города и гордуме, как раз, которая будет решать вопрос о там поиски и привлечения дополнительных финансов на ремонт дорог. Не вопрос. Давайте будем думать, где брать деньги. Поиск и привлечение дополнительных финансов – это частные инвесторы, это государственно-частное партнерство. Как верно? Вариант. Как вариант. Но, насколько я понимаю, механизм государственно-частного партнерства предусматривает последующий выкуп этой дороги. Есть несколько вариантов. Да? То есть, и, там, выкуп – это тот, который там, традиционно у нас известен и используется. Да? Там, есть же вариант, там, предположим, совместного ведения этой дорогой. Да? Там, есть вариант там, платной дороги, как вариант. Сейчас просто мы все обсуждаем. Да? То есть, давайте рассмотрим все варианты. Какие есть предложения, какие есть там, у инвесторов интересы. Давайте пойдем по этому пути. А вы видите желающих инвесторов, которые хотели бы вложиться в кировские дороги? Ну, давайте так. В первую очередь, желающими инвесторами выступают в том числе и автолюбители, и жители города, да? Подождите. Которые хотят ездить. Нет, стоп. Я пока сейчас говорю, кто может выступать интересантами. Жители города могут выступать интересантами? Да. Интересантами, но разве инвесторами? Да. Ну, опять же, давайте предложим формат. Михаил, вы меня извините, но я плачу транспортный налог за то, чтобы ездить по этим дорогам. Вот. Я, собственно, к этому же вас и подводил. Ну. Теперь давайте займемся транспортным налогом. Да? То есть вот суть транспортного налога, который много обсуждают, она на самом деле заключается в том, что деньги, несмотря на то, что остаются тут в дорожном фонде, на самом деле они непрозрачны. И мы как бы так слабо понимаем, как эти деньги расходуются. Да? Там не случайно, предположим, там Виктор Николаевич Женихов на заседании приводил там данные о том, что там есть какие-то исследования, по которым там из 1000 рублей, выделяемых на ремонт дорог, там реально тратится только 300 рублей. Да? То есть, соответственно, возникает вопрос, где остальные 700. Я не берусь там говорить, что это так и есть, но там система простроек, как это там существует в отраслях, там, в том же строительстве, в тех же, там, в той же торговле, да, там,
они явно формируют завышенные цены. И поэтому, когда мы говорим о транспортном налоге, нужно понимать, что транспортный налог – это не гарантия того, что все дороги будут отремонтированы. Это там один из способов, притом малоэффективных способов. Потому что есть вопросы и к собираемости данного налога, и к позициям, которые устанавливаются, да, там, к размерам этого транспортного налога. Потому что там вы как ответственный гражданин, да, там, обладающий машиной небольшой мощностью, да, там, платите немногим меньше, чем там, люди, которые обладают более мощными машинами. Но это неправильно и несправедливо. Согласны? Поэтому, когда, предположим, в рамках законодательного собрания депутаты вышли с предложением об отмене транспортного налога, для того, чтобы установить единый объект налогообложения, это там акцизы. Акциз. Да. Ну вот мы-то как раз выходили из такой аргументации, что давайте мы не будем размывать налоги и не будем говорить о том, что вот там мы живем только благодаря транспортному налогу. Да не живем мы благодаря транспортному налогу. Михаил, а вы верите, что в текущей экономической ситуации, когда глобальное недофинансирование, дефицит бюджета, денег нет, реально кто-то возьмет и отменит транспортный налог? Нет, давайте начнем с того, что проблемы с дефицитом бюджета, это проблемы больше Кировской области. Ну, как бы так, в Москве-то они особо не говорят о дефиците бюджета, у них-то не такая грустная ситуация. И вариант, когда деньги бы уходили... Так мы-то живем не в Москве, а в Кировской области. Деньги бы уходили в акциз, да, там, уходили бы в Москву и возвращались к нам уже из Москвы, там, это больше гарантия получения больших денег, нежели там, наши потуги собрать транспортный налог там, в полном объеме. Михаил, да вот я как автолюбитель... Вам по барабану. Да мне не по барабану, нет, я хочу сказать о том, что я согласна платить транспортный налог. Но пусть за мои деньги, простите, сделают нормальные дороги. Не вопрос. Я согласна даже ездить по платным дорогам. Но чтобы они были хорошие, и чтобы я понимала, за что я плачу свои деньги. Сейчас я не понимаю. Не автолюбитель, но я вас целиком поддерживаю. Вот поверьте, я целиком разделяю. Вопрос заключается в том, что еще раз, денег дорожного фонда, то есть денег транспортного налога, никогда не хватит на ремонт и содержание дорог. Тем более, что в этом году там, из-за там, объективных причин, опять же, там, я не противоречу себе, но действительно там аномальная зима привела к тому, что каждый год аномальная зима. В этом году количество там, разрушенных дорог, оно на порядок больше. Они еще, кстати, не начали целиком разрушаться. Этот период еще только наступает, когда зимой. Ой, ночью отрицательная температура, летом днем плюсовая температура. Сейчас еще начнется процесс взрыва вот этих дорог. Поэтому там вы увидите, что в этом году, это не как в том году, хотя и в том году были плохие дороги. В этом году это не как в том году, хотя и в том году было плохо. Да. Я буду вас цитировать. Миш, хорошо, мы немного отклонились от темы. Я вас спросила, что делать, каким образом повлиять на ситуацию с ремонтом дорог в системе. Вы мне ответили, что массово писать обращение в прокуратуру. Еще... Выходить с предложением, собирать 500 подписей на предложение по ремонту. В том числе подписи на предложение по ремонту. Еще. Есть какой-то у нас, у вас... механизм на это повлиять. Хочется, конечно, так это, может быть, черно пошутить, молиться. Ну, вот, на самом деле, там, на сегодняшний момент повлиять на что-то очень тяжело, потому что, как бы так, те возможности, которые есть у областного там, бюджета, могу вам сказать, что там, в принципе, их нет. Да? То есть, резервов нет. А остается надеяться, что там какие-то есть неучтенные там, финансы, резервы на уровне федерального бюджета. Там, потому что мы с вами понимаем, что когда там курс растет, там, нам же все время докладывают о том, что там наши и золотовалютные, и там резервные фонды и так далее, они тоже увеличиваются. Там. Ну, почему мы их там не пускаем в оборот, там, это второй вопрос. Но какие-то резервы там есть. Поэтому вот в данном случае, хоть это там может и звучит не совсем корректно, но вот остается только вариант веровать на то, что там, федеральный бюджет все-таки поможет, тем более понимая, что там этот год выборный. А вот, Михаил, у нас на сайте есть вопрос от Виктора к вопросу о работе ГДМС. Сами сотрудники,
Сами сотрудники этой организации, непосредственно выполняющие ремонт, не замотивированы на качественное выполнение работ. Они не несут ответственности за соблюдение технологии. Так можно бесконечно укладывать асфальт на снег и топить его в лужах. Ну, собственно, это не вопрос, это ремарка. Ну, это ремарка, да, потому что в данном случае, ну, опять же, там, есть регионы, где... Там тот же Народный фронт занимается делом, да, Всероссийский Народный фронт, он, грубо говоря, просто встает рядом с ремонтными организациями и контролирует весь технологический процесс. У нас же в основном фронт так лишь констатирует широкими мазками, да, там, общую ситуацию, но там обеспечить качественный контроль там за ремонтами не может. Но это к вопросу об общественном контроле как раз. Говорить о том, там, хорошо или плохо работают сотрудники, мы не будем судить, потому что там, ну, мы с вами не знаем это. Мы можем судить только там, по результатам. Когда у нас там эти пломбы из жидкого гудрона и асфальта там, выскакивают через неделю, ну, я не знаю, там, честно говоря, причина в чем. В плохой ли работе, либо все-таки в том, что там... Задача этих пломб не ремонт дороги, а сдерживание развития там ям на самом-то деле. Поэтому, как бы так, выполняют они эту функцию или не выполняют? Мы с вами лишь констатируем, что дорогу отремонтировали, через неделю там пломбы все повыпадывали. Михаил, хорошо, вот каким образом, по вашему мнению, нужно решать вопрос, опять же, с гарантийным сроком на выполненные работы и, возможно, вопрос санкций подрядчикам? Это все прописано контрактами, это все решается... Слушайте, это прописано, но я не видела ни одного случая. Ну, я вам могу сказать, что, предположим, опять же, на пленарном заседании мы заслушали Елену Васильевну по реализации программы по бюджетной эффективности. Я ей задал отдельный вопрос, вот как ведется у нас претензионная работа на уровне области. Я могу сказать, что из 140 миллионов, которые... были там направлены в суд в качестве претензионной работы, взыскано 90 миллионов. То есть, в принципе, работа такая там ведется. 50 находится в стадии там, принятия решений. То есть, если... Это как раз те самые штрафные санкции. Это вообще, да, вот имеется в виду, это не только по дорогам, это вообще в целом, да, там, по стройкам, по ремонтам, там, и так далее, по приобретению оборудования. Но там претензионная работа ведется. Я знаю, там по линии Министерства здравоохранения, там эта работа там достаточно серьезно ведется, потому что там ну, большие деньги были вложены там, в строительные дела, и как бы так работа ведется серьезно. Поэтому там вот это единственный путь. Требовать исполнения контракта. Претензионная работа. Суды. Все. Ну, просто я думаю, что если бы одного-двух подрядчиков таким образом. Наказали, наверное, неправильное слово, да, от одного или двух подрядчиков таким образом потребовали исполнения своих обязательств, и они переделали за свой счет дорогу, то у остальных, наверное... Юль, ситуация на самом деле проще, ведь если мы говорим, предположим, ну, опять же, нужно разделять, мы с вами как уже сидим, как два специалиста в области дорог, нужно разделять ремонт дорог и содержание дорог, да? Абсолютно верно, вот содержание дорог чаще всего это то, что рассматривается единым лотом, то есть, ну, нельзя, условно говоря, там, их... на какие-то более мелкие части делить, потому что это там серьезный комплекс мероприятий. Потому что. И поэтому чаще всего подрядчикам по содержанию дорог выступает ну, достаточно крупная организация. Я думаю, что на уровне города, скорее всего, эти функции выполняет ГДМС. Там, я не знаю итогов конкурса, но предполагаю, что это ГДМС. Да? То есть, соответственно, все, что связано с содержанием дорог, а это в том числе вопросы вывоза снега, это там нанесение разметки, там, какие-то там мелкие работы, связанные с латанием тех же дыр. Это вопросы ГДМС. Все, что касается остального ремонта дорог, то, опять же, тут надо смотреть. А вариантов тоже не так и много. У нас не особо частников-то пускают на этот рынок. Поэтому это, скорее всего, либо подразделение того же ГДМС, либо подразделение Вятавтодора, да, то есть областного предприятия. У нас есть Нововятское, ДУ там, и так далее. Соответственно, это тоже, собственно, если говорить честно, это государственные предприятия. Поэтому и здесь можно работать. Если их наказать, если ощутимо их наказать, да, там, тогда, я думаю, можно ситуацию поменять. Если же им спускать все с рук, даже там, игнорируя тот факт, что мы там из бюджета можем по два, по три раза за одно и то же платить, просто спускать с рук, ну, тогда никакого порядка-то не будет. Ну, в общем-то, задавая вопрос, я подводила как раз, собственно, к этому. Нам, к сожалению, нужно сейчас прерваться, у нас время рекламы. Я напомню, что это особое мнение вице-спикера ОЗС Михаила Курашина. Сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся.
Мы возвращаемся в эфир на 101.FM, программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же сидит вице-спикер УЗС Михаил Курашин. Я напомню, что вы нам можете писать ваши вопросы к нашему гостю на сайте hakirova.ru в разделе «Анонсы». В первую часть программы, так уж получилось, мы с вами посвятили в основном вопросам дорог. Да. Я хотела бы еще немного вернуться к теме 500 голосов и инициатив, которые должна будет рассмотреть администрация города Кирова. Вопрос у меня следующий. Нужен ли нашим согражданам этот механизм в принципе? Видите ли вы активность от представителей того же гражданского общества? Считаете ли вы, что он будет востребован? На мой взгляд, все идет эволюционно. Эволюционно люди начали относиться к выборам там, в 90-е годы как к некому элементу участия в управлении. Эволюционно начали появляться общественные организации и политические партии. Эволюционно появилась общественная палата и общественные советы, которые при органах власти... При разных госорганах. Да. Эволюционно появляются механизмы прямого участия, то есть непосредственно через там, вот такие примеры. Сказать, что это там заработает завтра, нет, не заработает. Сказать, что это появится послезавтра? Нет, не появится послезавтра. Это должен быть эволюционный процесс, в котором, с одной стороны, должны быть инициаторы от лица общественников, это может быть общественная палата, могут быть просто активные граждане, которые будут, условно говоря, эти инициативы продюсировать, да, то есть производить. И, соответственно, там, подбивать людей, поддержать эти инициативы. С другой стороны, если там, власть реально заинтересована в установлении диалога такого, еще такого диалога, да, там, с народом, она должна будет реагировать на эти инициативы. Вот если это два условия будут выполнены, тогда со временем люди начнут верить в эффективность и результативность подобных акций, будут в них участвовать. А правильно ли я поняла вашу мысль, да, про эволюционный путь, к тому, что на данном этапе люди не готовы к тому, чтобы использовать такие механизмы? Люди не верят в результативность подобных механизмов. Самый показательный пример в этой связи – это последние явки по голосованию на довыборах там, в ЗАГС-собрание, где процент принявших участие, процент явки там, не превышал 6%. Ну, вот это самый там, прямой пример. Люди не верят власти. Ну, про довыборы я бы еще поспорила, может, многие не знали. Ну, не знали что? Как бы так, избирательная кампания, она идет по общим правилам, то есть... Ну, вы говорите по ящикам, о довыборах одного человека, да, ну, ЗАГС собрания. Да. Ну, или просто, может быть, люди не считают это весомым? Не верят. Люди не верят. Я думаю, что там мы с вами увидим подтверждение и этой осенью. Ну, хорошо, доживем до осени. Конечно, вот, кстати, мы переживем эту осень еще. Я очень на это надеюсь. А главное, что мы уже пережили зиму. Да. И даже бог с ними, с дорогами. А, Миш, недавно ваш коллега Василий Сураев, коллега по ОЗС, написал заявление о выходе из фракции «Единая Россия» и об уходе с поста председателя комитета по законодательству. Потом он пожелал сохранить пост, да, но при этом выйти из фракции. Я знаю, что депутаты в этом его не поддержали. Вот как вы лично сами для себя такую переменчивость объясняете? Я в данном случае, честно говоря, там не вижу никакой там серьезной проблемы, потому что, ну да, человек принял, заявил и принял там эмоциональное решение. У нас, как а бы, потом так, передумал. Ну, эмоциональное решение, да. То есть потом остыл, успокоился и как бы так там, по-следующему он принял другое решение о том, что там он будет продолжать работать. У нас бывают же такие ситуации, бывают они по жизни, когда мы там на кого-то обидимся на эмоциях, да, там, потом начинаем об этом жалеть. Бывает? Бывает. Вот как бы так и здесь я вижу примерно такую ситуацию. То, что потом из этой там ситуации устроила там «Единая Россия», это на самом деле там, ну, очередной позор, который там устроил. А что из нее устроила «Единая Россия»? Ну, у вас, к сожалению или к радости, не было на комитете по законодательству, где рассматривался вопрос. Вот вы знаете, к сожалению, я очень скучаю. Я думаю, что к радости. Вот. А там действительно была нелицеприятная ситуация, когда решался вопрос о том, что «Единая Россия» решила сменить Василия Куприяновича, при всем при этом, как бы так,
никаких регламентных позиций для этого нет. Да, то есть человек, ну да, он написал заявление, но потом он его отозвал. То есть оснований для того, чтобы рассматривать этот вопрос в рамках существующего там, закона и регламента, нет. Вот. Так же, как и нет и другой, там, как вообще подобные ситуации могут решаться. И в результате, ну вот была достаточно некрасивая ситуация, когда в течение часа там, Единая Россия между собой вот, там, рядилась, ругалась на предмет того, что одни хотят, там, чтобы Сураев ушел, другой там, Сураев же говорит, что как бы так оснований для этого нет. Там, сразу могу сказать, оппозиция там, в этом процессе не участвовала. На голосовании на ЗАГС собрание мы не голосовали по этому вопросу, потому что считаем, что там, в рамках так называемого пакетного соглашения там, этот комитет закреплялся за Единой Россией и как бы так вот. Пусть сами разбираются. Пусть сами разбираются. Ну хорошо, Михаил, а что, по вашему мнению, происходит внутри Единой России? Приближение выборов. Ну, как бы так, когда организация построена не по принципу идейности, а по принципу там, элитарных групп, да, там, ну, периодические конфликты между этими группами все равно будут происходить. И я считаю, что дальше это будет там, только больше. То есть там, изначально Единая Россия хорошо смотрелась на борьбе с оппозиционными фракциями, да, то есть там, оставаясь над шумом, над драками, вроде выглядели красиво. Но в настоящий момент оппозиционные фракции там, ну, в силу объективных и субъективных причин ведут себя достаточно спокойно и тихо. Вот, готовятся или проводят там, свои уже избирательные там, кампании. Ну и, соответственно, это обостряет ситуацию внутри самой Единой России, где межэлитарные конфликты, межгрупповые конфликты, они начинают выползать. Хорошо, объясните, что же они делят? Ну, я думаю, что перспективы, которые могут быть на региональном и федеральном уровне. То есть на федеральном уровне, по-моему, уже все давно поделено. Ну, вы хотите сейчас официально об этом заявить? На самом деле, я так не считаю. На самом деле, процесс, он управляется ведь не только здесь, он управляется еще и Москвой. Ну, я об этом и говорю, конечно. Ну, а как принято говорить, в Москве слишком много башен в Кремле. И поэтому там, эти ситуации они могут меняться. Это раз. Во-вторых, там, ну, создать прецеденты, создать там нестандартные ситуации, это тоже в стиле Кировской области. Да, то есть мы так периодически тоже выбрасываем такие крендели, от которых там, которым дивится даже Москва. Да, поэтому... да, что вы сейчас имеете в виду? Ну, я сейчас не буду, пожалуйста. Я сейчас не буду все вспоминать. Выбрасываем но... крендели, которым девица Москва. Есть у нас такие примеры. Давайте заставим это за эфиром. Вот. Ну вот, как что-то интересное, так сразу за эфиром, Михаил. Мы с вами о дорогах, по-моему, тоже достаточно интересно поговорим. Вот, поэтому я думаю, что идет борьба за возможность остаться в поле влияния, да, там, на региональном уровне. Идет борьба за возможность попадания в партийные списки в Госдуму. То есть идет борьба за там, установление контроля в целом там, над регионом. Слушайте, а как вы считаете, наш список партийный на выборах в Госдуму, он вообще проходным наш, будет? Наш это какой? Простите. Кировской области, Единой России. Ну, вы сейчас меня хотите по Единой России погонять? Я как бы так не да готов. Почему погонять? Не готов обсуждать Единую Россию. Это считаю, что это как бы так их проблемы и их вопросы. Там, насколько конкурентоспособны или нет там, те или иные кандидаты, там, я там, не готов. Хорошо, давайте я вас про справедливую Россию спрошу. Сошлюсь на сайт наблюдатель.ру, который написал, что по слухам Василий Сураев решил переиграть свое решение из-за переговоров со справедливой Россией. Вам что-нибудь об этом известно? Нет, для меня это такие же слухи, которые я узнал на наблюдатели.ру. Со мной таких переговоров не велось. И, как бы так, насколько я знаю, в партии тоже многие удивлены подобным заявлением. А скажите мне, пожалуйста, в вашей фракции, партии идут сейчас праймерис? Нет. Не идут. Нет. А за праймерис ваших коллег по цеху вы следите? Практически нет. Тоже не следите? Ну, как бы так, мне в данном случае интересно с точки зрения людей, которые там выставляются, но с точки зрения того... что праймерис это все-таки политтехнология, а не желание там, избрать достойных, да, то есть там, вот, мне этот процесс не интересен. Я читала, наверное, на прошлой неделе новость о том, что будут дебаты
между участниками праймерис, опять же, «Единой России», уж вы простите, дебаты очные, на которых смогут присутствовать жители города. Вы так усмехнулись или мне показалось? Ну, хорошо, я слушаю пока. Нет, мне интересно ваше мнение насчет дебатов. Как вы еще раз, праймерис – это политтехнология. Это может быть более крупная политтехнология, да? Политическая технология, избирательная технология, чем там, мы привыкли их мыслить. Но это избирательная технология. Заставив человека раз проголосовать там, за там, Иванова, автоматически мы вешаем ему там, ярлык на то, что он за этого Иванова будет голосовать потом уже в сентябре. Mm-hmm. Никаких там более глобальных целей у праймериза нет и быть не может. Поэтому все эти дебаты и все эти разговоры, это, скорее всего, не более чем завуалированный подход к тому, чтобы повесить якорь избирателю. Хорошо, у нас буквально с вами пара минут осталось, очень коротко прошу ответить. Госдума в минувшую пятницу запретила использовать образы других людей для предвыборной агитации, то бишь, если кандидат раньше использовал фотографии там, с президентом, актером, известным политиком для агитации, то теперь нельзя. Согласны ли вы с таким решением? Ну, естественно, не согласен, да, то есть я считаю, что та практика, которая была, она практика успешна, когда, собственно, нужно было, кроме там, непосредственно самого агитационного продукта, представлять еще разрешение на использование, вот, ну, там, я отчетливо понимаю, что таким образом создается еще один, там, инструмент, с помощью которого можно где-то, когда-то кого-то прихватить. Да, в то каком есть, плане? Ну, имеется в виду с точки зрения... Наказать? Да. И в первую очередь, естественно, это относится к оппозиционным кандидатам. Слушайте, ну, как сама «Единая Россия» активно этим пользовалась, да? Ну, партия власти уже раз она есть. Да. Так и оппозиция этим активно пользовалась. То есть вы не считаете, что этот закон, он на всех в равной степени влияет? Абсолютно, абсолютно на всех в равной степени он влияет. Другое дело, а у кого будут замечать подобные нарушения, а у кого не будут замечать подобные нарушения? И как будут реагировать на это там, избирательные комиссии и суды? Жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Со стороны определенных лиц. Вот я бы так дополнил. Да, потому что там я отчетливо понимаю, что когда, предположим, там идет сильно оппозиционный депутат, то против него могут быть использованы все средства, все, как говорится, все средства хороши для того, чтобы вот как можно меньше там, повязать его по рукам. И в том числе вот так, подобным образом. В рамках своих избирательных кампаний я могу сказать, что я попадал там, на судебное разбирательство по таким ситуациям, которые там, нормальному человеку в голову не придут. Например? Ну, например, о том, что, оказывается, я должен был, размещая на своем агитационном материале там, сцену в парке Победы, получить согласие дочери скульптора, который строил эту сцену Победы. Ну, вот, вот живой пример. Кошмар. Это Россия. Ну, в общем, я предлагаю Михаилу на этом закончить, потому что на самом интересном месте у нас вышло эфирное время. Жаль. Спасибо. Жаль. Я благодарю вас за эфир. Это «Особое мнение» вице-спикера ОЗС Михаила Курашина. До встречи в эфире и спасибо за этот. Спасибо. Да, эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания.